В 1975 году появился Иж-19, хэтчбэк классической компоновки с довольно смелым по тем временам дизайном, но максимально унифицированной серийной моделью. Эту машину можно считать первым робким шагом к Иж-21-26. Но до его рождения было еще полтора десятилетия. Вариант Иж-21-26А2 1981 года был довольно близок к автомобилю, который через 9 лет стал серийным под именем Орбита. Силовой агрегат остался тот же. Вполне приличный по тем временам уфимский 412-й двигатель мощностью 75 лошадиных сил в паре с конструктивно не самой удачной четырехступенчатой коробкой передач. Первые 100 товарных машин Иж-21-26 Орбита собрали лишь в 1990 году.